Где там привидение, блин? Прыгай, прыгай! Ё-моё, слышишь? Карлсон, у тебя есть соль пропеллер хотя бы? Вы нажми. Каски одеть не забудьте. Ребят, давайте Не надо в такую игру играть. Давай. Я хочу. Бля, я... Спорим, я вам сейчас мозги вышибу. Я вам вышибу, бля. Ты будешь следующий. Ты так врагу. Пацаны, готовь. Пуск. Нифига, залез. Нормально так. Бля, у меня текстуры засасываю. Ааа, все, хана. А как он туда залез? Привет, ну, как? Паркур. Друг на друга встаешь и вперед песни. Пиздаешь. Паркур. У нас там, кстати, Уралы стоят. Может, на Урале подъехать чуть-чуть. На север этапа бежим, да, форум? Быстро говорит просто. На север бежим, переплываем речку, блядь. Сидим, а там перепра... тихо ждем противник. Как противник пойдет, побежим. Кто-то меня подгоняет. Быстро. Ну, так, что ли? ТБ, вода холодная. Она вообще застыла, братан. Так, вы главное на той стороне, суки, не стрелять, смотрите. Форму будем очень долго переплывать, я тебе говорю. Мне мама запрещает холодную воду нырять. Иди обиди там, блядь, эти лучшие, скажут. Я тебе говорю, они туда миномет притащат. Нам надо его будет уничтожить. Там метка стоит, там спаунится кто-то, нет? А, господи, я давно так не смеялся, правда. Просто пиздец, я так заливался, нахуй. Это Лана заливался, только да, такой... Да. Ты понимаешь, что такое все хрен выложишь на Ютубе, блин? Почему я выложу? Господи, помилуй. Статья 270, добрый вечер, блядь. Да, статья идёт. Сжигание религиозной ненависти к верующим. Уже стрельбу как на Северо-Востоке слышу. Мы переправляемся? Ловим. Долго мы же будем плыть очень. Фу, твой, Даник, блядь, не плачь на. Если не хочешь плыть, блядь, вон иди в обход, ебаш. Даник, так ты этот дисклеймер, ты... Ой, блядь, Даник, форум, ты этот дисклеймер-то прилепи, и у тебя недостаточно подписчиков, чтобы считать тебя как средство массовой информации. Чё пиздишь? Чё Даник говорил? У тебя подписчиков мало? Ну, да. А во второй можно дисклеймер прикрепить. Да я уже за сервак больше боюсь, нахуй. Забанят кибеня моего, блядь. Этот ебаный надзор, блядь. Я с Алиоса Варим хотел включить. Ну, рыбки плавают. Мне холодно. Мне нормально. А ты ширинку закрой. Да не включи музыку. Да не, я буду медленно плыть тогда. А так быстро больно? Да, шифто нормально. Ребята, вас смещающая зима, а вокруг вот летает. Это арма. Еще дракон, смотри, пролетит, огнедышущий. Подышит на воду, и она залетит. Ты уже скайдим какой-то. Мне, бля, ржать уже сил нету вообще все. Форан, форан, форан. Ммм. Слышишь? Тоха, завтра в курилке обсудим обязательно. А, завтра я буду в городе Героя Арзамасе, и насколько ты помнишь, и поэтому... А, нет, ну иди нахуй тогда. Форан, ты слышишь меня сейчас? Когда ты ныряешь, я тебя не слышу. Рожа, подними вверх, ты услышишь. Залево саварим. И вот мы доплыли практически. Шутер, слышь меня? Да. У меня карта пропала, будешь ты. Только стреляй! А я тебе сам карту. Она работает? Это сзади забейте, это зоны наши.
63.5. Фора. Мустаж, чё за хуй? Нарушался пешком. Командир с багованным. Проверь. Не, другие могут садиться. Ну, багованный. А что за командир нельзя сесть? А, ну их никак, то есть не починить. Так, всё. Так, у кого рация есть, все на шопот. У меня гроза, блин, за окном, капец. Давайте передохнем. Может, блин, не уверен, что не передыхать надо. Беги и отдыхай. Вам давай карту дам. Пошли выйдем хотя бы. Прям воду, блин. Форн, а если не поставить там миномет, что мы будем делать? Уй, пинать. Ты пойдешь куда хочешь, но не похуй. А, ну ладно. Вива-ля, командир. Так, все на шопот. Форан Миалюкс. Салео, сори, еще фран. Если бога нет, то кто тогда форан? Киллер. Так, все тихо. Давайте сейчас проверять эту территорию. Ну все, я за ангарами. Сидим тихо, слушаем. Если они сюда приедут, смотри, на связи. Пиндосов тут есть белые формы, нет? Я тебя видел? У них белая форма тоже класс. У нас белая форма и зеленые каски. Мустаж, мне нужно все белое. Почему я хожу только? Ну что-то я к Гару подошел, никого из наших не вижу. Ты стиляга, может быть? Я восточник. Я имею в виду, я, короче, включил режим ходьбы, и все, и он не отключается. WF нажму. Блять, я знаю, это не работает. Ну, это ты забаговал. Мыши и так далее. Дюк Хе тоже не идет. Сядь технику попробуй, выйди из них. Тоже пробовал. Юе нажимаешь. Короче, забей, я лучше бы не возьми и бегай на шифте. Он на шифт даже не бегает. А тогда... Только Господь может тебе помочь, я, к сожалению, не он. Как бы мне не хотелось им быть. Нахер. Экипажи больше не ходят в церковь. Толку никакого, блядь. Тоже в церкви. Да то же самое, мне тоже самое тут. Он перезаряжает все время, слышно очень далеко. Занимаем пока вот эти два здания, Хадабина. И сидим тихо. Техника, возможно, придет сюда. Не бегаем, не прыгаем, блядь, не орем. Можно еще казармы занять. Патрон Бурда, ты где? В окна не палимся. Услышим, я думаю. Подбегаем. Дверь за собой закрывайте. В елке можно остаться? Можно в елке остаться. Неважно где, но главное, чтобы не шуметь, не слышать. В общем. Че? Все, пока рассаживаемся, ждем. Услышим, я думаю, когда техника, если или еще что-то пойдет. Подпускаем их поближе и расстреливаем. Слышит? Проверка ДВ штаб. МКТ на связи. ПМП на бат в первой на связи. Форан, мы в двухэтажном здании перед диспетчерской. Тюрьма, короче. Слушай, теперь. 2-3 на связи, на позиции. О, слышу выстрелы. 2-3 залезли так далеко. Далеко. Сидите до последнего, да, пока не вижу, далеко. Слышите их. Главное сейчас сидеть тихо и не высовываться. Пускай мимо даже нас начнут проходить. Потом я правильно. В
окна не палитесь тогда. В окна я не правильно палитесь. Понял огонь по приказу? Нет, ну если тебя капитально заметят, конечно, мочи, блин. Ну лучше так не палить. Ясно. Главное теперь слушать. У них техника-то по-любасому есть. Должны все-таки приехать сюда. Если они сюда приедут. Миномет по БМП. Отъезжайте, значит. Трэш, слышишь меня? Трэш. Либо он отошел, либо его текстурки съели. Он около тебя или нет? Нет. Километр 700, это зона. Да, теперь не перелезает забор, забавно. Даник, ты там не лази, блядь, и не светись. Сядь где-нибудь и сиди. Трэш на связь. Что у противника по технике? Ну, ожидается, что катера по БМП было. Понял. Где-то восток города примерно упал. И по нам тоже. Стрельба на востоке. Взрывы тоже. Это 3-1 воюют. Они без ДВ. Если что, я им сказал наступать, чтобы БМП 3-3 прикрывала. Альфа-3-1, контакт, 6 человек пехоты с востока от нас. Ну, по желанию можете отступать на БМП, чтобы они выходили. Смотрим в вашу сторону, Альфа-3-1. Ну, желательно, чтобы вы связали их, и они за вами погнались.
пулемет бьет по городу. Альфа-3-1, вы отступаете? Альфа-3-1, частично пока принимаем бой. 2-3, у вас как там? Тишина и спокойствие. Штаб принял? Принял. Кто ходит? Всем сидеть и не двигаться, чтобы если кто ходит, значит враг. Так кто там ползает? Прием, штаб на связи. Это я ползал, стоял. Вы разделите вторую зону в броне. Мы несем потери с миномета, нам бы по-хорошему еще пару человек сюда. Понял, сейчас что-нибудь придумаю. Штаб, это Альфа-2-1, у нас тут чисто на переправе. Может нам в другое место сместиться? Шаги. Ну, думаю, шаги. 2-3 удержим, давайте. Я предлагаю вам вообще переплыть, и я хочу вас отправить обойти по дороге, найти миномет. Противника не увидишь, что ли, шаги? Ну, мы можем, но это очень много времени займет. Много времени займет, так ведь там не особо. Да вы не рыпайтесь, они только начали атаковать. По любасам с этого направления кто-нибудь да попрет. А миссию 2 часа дают. Я вот сейчас с запада слышу стрельбу. С запада, не с востока. Потому что на востоке У-3-1 война. Контакт, контакт, фурон, там идет толпа, человека 3-4 заметил, с севера. Короче, принято, принято. Где наше здание, там идут. Стоп, стоп, стоп. Короче, около нас. КВ. Принято, сидите тихо. Если вас увидят, слушайте. Если не увидят, короче, пропускайте. Так, вот эти... так кто там за забором двигаться? Ты можешь остановиться, а? Даник, сука, завали ебало свое. Сядь и сиди тихо, блядь. Хорошо. Форан, вижу движение восточнее от вас. Они на той стороне или уже на нашей? Аэропорта. На вашей один как ваш. Бегут прям по взлетке один бежит. Сейчас ну, буду огонь открывать через секунд 10, он меня увидит. Зачем? Подожди, подожди, не открывай. Сейчас мы в спину зайдем. Бля, фора, у меня 4 человека бежит, могу всех завалить. Меня засекли. Смотри, пехотинцы пока. 3-1 пока успешно. Короче, пехотинцы у нас здесь, стреляем, блядь. Да, я бы лучше даже немножко бы уходил. А как он идет? Ну, они находятся где-то нижней, там, в принципе, там можно убежать. Всех убил. Потому что их сейчас окружат. О, меня подсветили. Кстати, 2-1 просит движение и помогите 2-3. Переплывите и с леса зайдите. Так, что-то тяжело еще работает. Через который мы проходили с тобой. Покажу. Давай. Метка актуальная. Каждый. Понял? Через который мы проходили, блядь. Там дымы лежат, желтый, зеленый. Я контролю этот угол. Этот угол я контролю. Форан, я их под забором. Ну слушай, что ты их не убил, нихуя. Ну отделение, плюс еще какой-то хаммер. Хорошо, давай, я тут стреляю, трое, двое. Ну они прошли, да? Можете отработать по ангару. Да. Принял, работаем. Ты двигаешься, да? Да, да, да. Все, не вижу никого. Не в дымах, да? Не в дымах они там, вот первый ангар, один туда запор. Возле ангара? И возле ангара, да. Возле ангара, да? Я ранен! Да и понятно, я тоже ранен. Ангаров пехота. Все, работаем по ангарам. Ебать. Давайте.
командир, если вы помрете, какая задача у нас? Сидеть здесь до последнего? Ебашить всех, короче. Если что, потом в зону ходить. Я сейчас пытаюсь мое здание сложить. Стой, ты же не сейчас оттоканный тип, мне спокойно по мне снайпер стрелял. Короче, не знаю, слышишь ты или нет, зашкертись в домах сейчас, значит, всю пехоту отрабатывать на расстоянии, что движется. Что-то нет. Нет, ангар, через который мы проходили, туда ГПш. Да погоди, не ГПш, я сейчас зачищу его. Погоди, дай секунду. Саня, ты где? На первом этаже. Я спускаюсь. Окей, я вход крою. Вход лестницы. Пацаны, я от вас ушел. Работали, Альфа 3-3. На первом этаже не запахнется. Левый ангар зачистил. Стой, на втором, извини, на втором, они КПшат по мне. На связи. А у тебя сколько осталось? Почти все. Бойца, я тебе сейчас метку поставлю. Мы здесь принимаем бой потихоньку. Они к ВП не подошли. Подорожь. Мы отказки белые, да? Кто... Да, мы нашли, это себе надо вообще. Смотрит на восток, если что. Все должно быть. Все, хорошо, тогда 3-1. Принято, остаемся. Ну, 2-2 контакт. Живы, воюем здесь. Держитесь, пацаны, я сейчас начну их обходить. Мы за стеной двухэтажного здания. 2-1 на связь. Вышли наружу. 2. Северная часть. Север. Сань, мы ведь севернее. У меня компаса нет. Северный, да. Альфа 3-3, я один. На метке Альфа 2-3 пихи. Хорошо. Связь? Эх, у меня дом есть, сука, а? Падла ебаная. Сейчас идем, он в моё казарму, мне кажется, прилетает. Сань, давай. Дом съел, ебаный, блядь. Около меня ходит, около двухэтажной тюрьмы. Альфа 3-3, подтверждаем убитого. Да где, блядь? Блядь, в наш хлеб забрали. Вы далеко были от того. Да, ну мы уже приехали. Уже... А где у вас? У нас. Принимаем бой. Принято, если что. Вступайте на нашу позицию. Все время. Минус один. С востока, что ли, да? Да, с востока идут. Сань, я твою задницу буду прикрывать. Окей. Возможно, там еще выйдут. Я на случай, если они тебя пытаются обойти. Саня, живой? Да, живой. Гранату кинул даже. Шаги. Может быть, это я тут.
Вот я в окне сейчас. Я в окне, нормально. Так, я иду дальше. Прикрой. Бил двоих на востоке. Ребят, там чувак с белой каской. Убивай. Да ты что ли мне сейчас гранату кинул? Ты сказали с белой каской убивай! Так я Лёня зелёный. Ты живой? Да, я живой, я успел. У тебя видел твою гранату. Слава богу. Давай, я реально шёл, ты вижу каску. Может, старика не прорисовывается? Это я. Вижу тебя. Барсуки, это самое ужасное, это просто самое ужасное оружие, которое я когда-либо стрелял. Это МП5, она не убивает. Я по нему стреляю, он просто... Ну там 9 миллиметров, это как из пистолетика стреляешь, ну? 9 миллиметров, это просто ужас. Я бы сейчас убил бы еще двоих. А где все Локи меня убил, блядь, засранец? Я его не вижу, у себя. Так Форн, ты бил вместе с Трэшем это на своей, блин, вышке. Да не убил я. Трэша, короче, этот, блядь, здание съел. Потом, короче, я у него стол-то забрал. По этим он стрелял, он МПУшники, которые шли. Вот, стрелял, блядь, и этот. И сам, блядь, короче, начал проваливаться под землю. Пиздец. В смысле, а где они там Хаммер-то увидели, подожди? Там что-то тяжелое стреляло просто с того направления. Хаммера. Нет никакого хаммера. Ну сейчас-то я вижу, блядь, что нету. А где он был-то? Сука, стрельнул РПГ из всех только меня завалил. Пиздец. Давай. Кстати, вон где миномет. Аж. Раз, два, три, четыре, нормально. Лобстер, а ты никого не звалил, да? 8. Ну вы убили того, которого я себе добил. Я его добил. Значит. А все, я пошел. А кто-нибудь Силси Локи видит, нет? Дункан здесь? Дункан. Ай, на нейм. Обошли тебя сзади. Да нихуя не слышно, в Апекс обоссанный, блядь. Нахуй его ставил. Меня минометом накрыли, блядь. Локи, красавчик. Я думаю, а миномет же там вроде больше по своим стрелял. Ну вон он сидит, стреляет. Постреливает, я не знаю. Сань, ты живой? Сань, ты живой?
Если он живой, то он тебя не ответит. Ну да. Добро пожаловать в частном царство мертвых. Добро пожаловать. Бля, меня с миномета так тупо сняли, я ебал. Бывает. Меня тоже сняли с миномета. О, Форан тоже мертвый, да? Не, меня этот дом съел сначала, короче, я там валялся, вас слышал, как вы там переговаривались. А потом меня, оказывается, минометом еще накрыл. Я думал, Локи откуда, блядь, и он его там. Не, мы, короче, мы залутали чувака, там, пытались с ним взять рацию, потом сказали, типа, что дымы у этой. О, башни. Мы пошли ее чистить и просто начали приземляться мины одна за одной, блядь. Первая перелет, вторая ближе и третья меня накрыла. Но Саня, походу, живой. Бегай твой. Маршал. Айскрим Д. Да нормально, нормально, постреляй. Смотри, там он... МПУшники. Барсов. В принципе, два отделения, считай, остановили. О, круто, я двоих убил. На Или... кей, нажми, увидишь, где лежишь. Блин, прикиньте, это, короче, моя шестая игра на форуме. Я впервые кого-то убил. Юху. Да, аж целых двоих. Барсов. Барсов, Степан 26, рус и плинтус какой-то. А у красных миномет был? У красных? Да. У красных не было миномета. А, у красных не было. У красных, у синих, да. А, нас чуть наш миномет тогда сами меня не убил. У нас минометы не было. Да, Лекс видел, как классно было? Я, короче, отступил да, я видел. Зевсам, и просто на нас миномет начинает падать. Там одного у них, короче, у него почти вся кровь вытекла. И очень сильная боль была. Это вязать пытались. Вон у них один Зевсовый валяется. Сейчас его лутают. Ну это, не, это уже подстрелили. Это потом, да. И выходит единственный из нас, кто хоть немножко смотрел, да? Ну да, я смотрю, тело лежит. А я еще знал, что типа рядом с нами, ну, по меткам идут. Я думаю, может, свой, как бы лег, посмотрел. Вот так, знаешь, в елку ушел, как бы. А, ты в меня смотрел, я в экране сам и шел. Я смотрю, иду... Не-не-не, лобстер сзади был, впереди я был. Нет, самый крайний сзади, имею в виду. Он самый последний шел из вас. Я вас пропустил, потому что там наш гранатометчик сидел. А он самый крайний шел, он лег, я такой раз в елку и назад, чтобы меня не видно было. И потом начали по мне стрелять, но не попали, короче. И вот вас выстрелил этот наш. А там видишь, тут же еще бронелки еще походу, потому что я прям в твою тушку стреляю, и ты даже не... А над головой мне ложилось. А, понятно. У меня оно вот пролетало, как бы, знаешь, пим-пим. Я потом еще отполз, и вот единственное, что... Я не понял, как ты меня снял, кто меня снял? Я тебя снял. А ты меня увидел, да, просто, и все? Да, я тебя сразу же увидел, но полез на карту смотреть, кто есть может быть. Ну, на мне не стрелять тупо не надо было, надо было тоже, пока тебя шериф сверху снимет, и все. Я тебя заметил, никак со стрельбой не связано. А-а-а. Меня сначала кто-то подстрелил, я раненым был. А потом из отключки выхожу, смотрю, ты на том же месте. Трынс. И меня уже добили. Ну и... Блин, я вот Кирса не заметил. Хотя я вроде из этого ящика высовывался, посмотрел туда. Ну чё ты так не заметил. Когда он уже начал по мне стрелять, я понял, что без шансов. Ну ладно, Лекс, я пойду спать уже. Устал. Давай. Кайф. Что-то у синих там внизу на побережье очень трупов много. Откуда столько? Постреляли. А кто их там? Айпетишники? А там 3-1 вроде выше было. И вон еще ББшники сидят еще, по идее. Кто там кого накрыл, это уж прям капитально, да. Всех Атимов перестреляли.
Ну, как сказать, прорвали. Я сейчас снизу пойду, там еще будет, пока они туда идут. Ну, так-то да. Основные направления мы, в принципе, закрыли. Завязали бой, пока не доберутся, пока чё. Не, почему? Там развитие может быть, если вот на ту группу, которая вдоль дороги стоит, на минометы наведут. Ну да. Если по этим всем зданиям миномет похерачит, ну... Ну я не думаю, что у него столько зарядов прям, дофига. Плюс, считай, смотри, там же вот... Ой, Ломоносов убили. Да вы что? Не может такого быть, я жив. Нет, ты не жив. Нет, я жив. Мы тебя слышим. А я вездесущий. Странный ты какой-то живой. Обычно живые не разговаривают с мертвыми. Не может быть. Он шаман, он этот, ясновидящий. До вторника. А сегодня игры будут еще? Нет же, вроде не собирались. Ладно, а миномет куда попадал? В город? По-моему, он всюду попадал. Не, вот кто уже мед был, видел, куда миномет попадал? Один раз он по горе по нашим попал. Под в лесу, конец, да? На вершине. Там Зевсы должны восторг выражать. ТПшники на ББшников идут. А Урал уже подходит уже. Да, Урал ждет. Давно находится. Правда, сейчас на Бэху могут выйти Урала. На Бэху еще так бок мне поставил. Специально стрелять не хочу. В принципе, северное направление все остановили. Да, хорошо. Ну хорошо сработали. Я ж там кому нормально положили народу. Да, где там эти, которых я поубивал-то? Где валяются? На К нажми, там будет видно. А, на К трупа. Так, а кого я убил-то? Ага, ну неплохо, я метров на 150, на 200. Автоматной очередью уложил тут двоих. Это еще более-менее сложно. Говна пытался стрелять, блядь. Слушай, у меня обычный G3 был, ну или как он там, типа какая-то австрийская марка, не удивлен. Австрийская реплика какая-то. Не, ну... G3 у меня тоже вроде был как раз, и я с прицела был, я стреляю, блядь, и не понимаю,
попадай, не попадаю, блядь. Да, не-не-не, такая же фигня, я с тобой согласен, абсолютно такая же. У меня, причем вместо прицела такого, у меня вот эта вот дырка, да, вот в этой, блядь, в стальной вот, вот этой херне, и, в которую смотришь, и вот если ты начинаешь стрелять, то все, ты уже теряешь из виду бойца. И как я двоих убил, я вообще не понимаю. Может, ты не пользовался этим прицелом? Просто от бедра? Так и знал, что не надо подползать. Не-не-не-не, я в прицел стрелял. Тогда странно. Обычно из-за этой хренотени от бедра убивают. Не-не-не, я просто смотрел в прицел и давал очереди по 4-5 патронов. Терял из виду, выключал прицел, находил и опять давал туда очередь. Вот так вот. Он, причем очереди довольно-таки неплохо идет. Стабильно, в смысле. Ну, не такой уж большой расход. Ну ладно, ребят, классно поиграли. Мне сейчас на поезд в город Герой Арзамас, Нижегородской области. Всем... Спасибо, бля, вообще сегодня охуенно поиграли, я считаю. Давай, пока. Давай, до следующих выходных, Форан, я и Саня Айскрим тоже придем. Поэтому до следующей недели. Пока-пока. Всем пока. Чего-то. Да, так довольно сильно захлебнулся. Там по меткам у нас. Хотя по южному прорывает довольно нормально. Убили Фрост, отлично. Да ну ладно. Это, мне кажется, Зеус спиночку пострелял. Ебать, сколько их там! Сейчас на батом просто из бэхи стрелять просто так из рук. Мне кажется, свои что застрелили сейчас только что. Егер. Блин, свой убил опять. Чё, полутал? Охуенно, да, его свой же переебал. Вот, я знаешь, я блядь, остановился зачем-то. Не знаю, зачем я остановился. И меня нахуй очередью просто. А я замечаю, что твой труп всегда проклят. Как только я к нему подхожу, меня убивают каждый раз. Чё-то я не понимаю, мне пишется, что меня убил этот ЛС-шник. ЛС-лолки. Это, миномет тебя накрыл. Я тоже смотрел. Блять. Искал, думаю, откуда он меня убил, а потом посмотрел, он на это, с минометом он сидит. У красных были танки или нет? Не, какой нахуй, у нас БМП-1 две штуки было, и все. Нам там кричали, у вас два Т-90-х, мы обсирались там с этими ракетами, бегали, все везде чекали. Т-90 у нас, да. И К-52 еще. А, вон Морфеус лежит.
Ну, одиноки, да, там. Одиночество убили. Блин, если бы я не остановился, не начал тупить, я бы заметил. Что-то остановился, что-то я даже либо на карту что-то сделал, либо еще что-то. Пиздец. Сука. Не, ну у красных форм вообще пиздец как не сочетается с местностью. Форма-то сочетается, а вот это... Так, ты видел? Разгрузка зеленая, рюкзак зеленый, каска зеленая. Вдруг они могли просто взять форму белую? И тогда бы все опять бы жаловали, что, блядь, у всех униформа одинаковая. Че, он американцам коричневые броники, русским там наподобие что-то тоже закинуть. Хотя это даже не русские, это повстанцы или кто. Регулярная армия вроде как бы, типа, считается. Ебать их там айпетишники покрошили. Посмотри, сколько там трупов лежит. Набери. Я вижу, вижу, да. Нормально они там так постреляли. Сука, ебаный миномет, блядь. Кто его ебал? Он меня тоже убил. Ну как чё? Хуй они там по берегу пройдут. Там мустыш кроет, блядь. Вот на бата, если бы вот сейчас вот увидит, он бэхл просто бережочек отстреляет и все. У вас там, смотрю, тоже, да, веселее было? Да, у нас там тоже веселуха была. Два отделения припиздило. Стрелялись. Короче, блядь, у них единственное направление осталось вон с юга, и оно все кроется, блядь. Засалово. Если бы не лолкиш, было бы вообще полное сосалово. Помер последний боец остался. Найра. Все, Хомера убили. Эх. Я вам случайно не своего? Нет. А чем? Нас там приняли хорошо. У вас там два отделения, да, шло как раз через аэродром? Одно. Одно большое, да? Ну так, да. Да блин, у них форма какая. Какая? Форма одинаковая была практически. Только вот да. Да, ну... Шлемака не скажи. Ну, конечно, да, там вблизи разглядывается, само собой. Ну, блин, вблизи-то, да. Я вот сейчас вот чувака на этой взлетке пока убивал, я в него смотрел, капец, долго пытался. У вас определить. Почти все белое, желтые броники, у нас зеленые броники по факту, и, знаешь, пятнистые как бы. Ну, пятнистые издалека вообще, что в лоб, что по лбу. Ну да, издалека там нет. Не знаю, я нормально различал, в принципе. Я просто вижу, что мы как бы темнее в разы и какая-то хуета есть, а у вас просто белое все, и поэтому мне надо было как бы различать. Ну, красками довольно сильно отличались. Да, да, да. У них сплошные белые были, а у нас... Там еще и Еру, я, кстати, меня вылетело, я перезашел. Смотрю, чувак бежит. И ладно бы у него нормальная иконка была, он бежит так, что у него текстурка залагала, и он бежит, у него только нормальные ноги и руки. А текстурка тела по полу была. Я такой, чё, кто это? Кстати, случайно не с этой, не с рюкзаком он бежал, ну? Без понятия. Ну вот это евро бежал. Там, короче, этот рюкзак, он ключен. Ну, берёшь, короче, начинаешь ключен. Да ладно, нормально, там постреляют. На бат-то должны видеть же, ну, могут же стрелять. Это психа. Могут. Я не знаю, они туда смотрят. Они туда не смотрят, да. Они даже наблюдатели. ПДМ. Еще одна. Ясно, что просто... Я бережок просто расстрелял. Да он хуярит.
Что-то разрывов не вижу. Свист слышу, блядь. Разрывов не вижу. Кстати, с набатовской стороны этот линии нету, чтобы они стреляли. В смысле? Ну вот Беха у них там стоит, она не стреляет вообще. Просто. Ну, я ж про то же. Он может, мог бы сейчас уже двоих убить, если б знал, что они там. Угасы в руки вперед. Это не православный. Во еще туда, Норд. Вот ты был на брифинге? Как ты говоришь? У нас брифинг какой был, видал? А, да я-то видел, что в церкви. Я меньше был, пока выбежал оттуда. Ну все, сейчас вот эти падают. 14 на 36, да. И пошел спать. Вышел в лес. Ну, вроде стреляет, сейчас жахает, блин, туда. О, вроде стреляет. Там, по идее, миф кроет. Да. Там на самом деле, блядь, леса так мешают, пиздец. Я вот этот берег, где они сейчас все сидят, еле-еле видел. Снапчо конструктора убил? Это миф. Миф. Снап, походу, нет, снап, 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 снап. Не, а снапа нету линии. Да, не вешай. Снап еще плохо проверил, что было. Я говорю, сосовало. Брони бедный там спрятался за деревом. По броне прилетело примерно. Да, нихуя себе. Еще одного приговорил. А нет, не миф. Ты уже пустошь. Охуеть, пустошь кого-то убил впервые за месяц. Это
Эта миссия обязана быть выиграна, потому что мы стушили у кого-то. Еще одного, двоих еще убили. Снап, походу, там гранат набрал. Снап его увидел, кажется, или нет? Ноги-то должен был видеть. Снап по нему гранатой попал, раз он не вяжется. Герой не снял папа, был поворот. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Знаете, перелезть через бортик на пробел не лучшая идея. Так поэтому как бы и дальнины написали, что можете переназначить, потому что... Я не уделил этому внимания, отходил. Пробел — это херня, да. Да, я нажал скролл, грубо говоря, и упал со стройки, и, ну, до свидули. Ну, теперь на будущее будешь знать. О, IP-тишник что любил его. Я еще в редактор, блядь, разобрался со всеми багами, какие могут быть, и переназначил на контрол-пробел. Там, если неправильно юзать, то еще бывает багуется, и, короче, типа в замедленном действии, как у шутера было. Да. Это типа, если кнопки не перезначать и по стандарту оставить, так и будет. Скорее всего. Самое заебись, что можно в окна залазить. Ты даже с деревянными рамами тестил, спокойно залазится, ничего не ломается. Лег слов. Через контроль бэй тоже так залазит, еще даже вот. Лег слов. Ой, акробат спину не смотрит, ну пизда сейчас. Илсишники, отстреляюсь. Форс М110. Пизда акробату. Нет, не понял. А Грека тоже увлекся стрельбой. Но Грека хотя бы безопасно лежит, более-менее. Ну да, закрыт. Ну если попадет, то только в ногу. О, снап хорош. Закончил.